Всем привет! Снова с вами канал Папа, Мама, Мы из простой семьи. И снова у нас ремонт. Ну, точнее, продолжение ремонта. Сейчас будем делать супер джедайский пояс. Из вот таких бутылок. Что это за джедайский пояс? Сейчас поймете. Вот таких вот два обрезочка трубы. Сейчас. Вот такая вот резинка для трусов. Сколько замеряем там примерно, так вот. И делаем прорезики. Один, второй. Один, второй. Супер джедайский пояс. Все. К трудной обороне готов. Берем сюда дюпеля. А сюда вот такие вот скобочки. О, со спичками лишь. Во. Удобно. А, еще надо под молоток. Ну ладно, молоток. Короче, сейчас будем на стену набивать сварную сетку. Ну, может быть, кто-то скажет, жирно чересчур, можно было сетку для штукатурки взять. Но мы решили так вот, чтобы пожестче было. Может быть, что-то держать будет. Точнее, она будет держать. Ну, короче, сейчас примастырим куда-нибудь камеру.
Ну вот, короче, что у нас получается. Вот так вот сетка обколочена. Все вот это. Вот сюда угол завернутый. И вот до сюда вот сделано. Ну вот видно, да, наверное? Вот так вот. Эту вот стену мы подготовили уже под штукатурку. Сейчас займемся долбежкой вот этих стен. И вот этих. И все зашьем. И будем штукатурить. Вот так. Потихоньку работа двигается. Дела идут. Дела идут, контора пишет. Ремонт потихоньку делаем. На этом сегодня закончим. Ставьте палец вверх. И подписывайтесь на наш канал. Говорите, что вы думаете о такой штукатурке. И насколько она будет надежная. Всем пока!